Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я приехал в район Каркаджак. Нашел очень хороший вариант, 2 плюс 1. 125 квадратных метров сама квартира, а терраса 45-55 между ними квадратных метров. Быстренько отсниму. Квартира находится на нижнем этаже этого проекта. Просто здесь лестничная площадка, придется подниматься и спускаться вниз или вверх. Вот такой здесь вид прекрасный на всю Аланию. Вот, дорогие зрители, крепость Алании отсюда видна, но вот той стороне море. Я снимал тут одну квартиру трехкомнатную, это еще одна трехкомнатная, обставленная с таким видом. Тут вид никогда не закроется, так как мне объяснили хозяин, что это лес. И не разрешает строить. Вот такая тут терраса. Вот, дорогие зрители, это вся терраса относится к этой квартире. Здесь лестничная площадка, вот оттуда надо спускаться и подниматься. Пройдемте в квартиру. Вот такая интересная квартира. Начну я с прихожей. Вот такая здесь у нас шкаф для обуви. Здесь также есть шкаф. Вот такой шкаф глубокий. Вот. И кухня-гостиная у нас. Вот такая кухня, классика модерн. Это чистое дерево, как мне объяснили. Столешница гранит. Бытовая техника Бека. Вот такая стеклянная стиральная посудомойка, холодильник Бека. Здесь что у нас? Шкаф. Вот такие шкафчики с доводчиками. Духовка Бека, индукционная плита Бека и также вытяжка. Вот, дорогие зрители, здесь у нас гостиная комната. Вот такой стол. Гостиная часть комнаты. Вот такая часть. Здесь вид с этой гостиной комнаты прямо на Аланию. Хочу показать здесь вот такие шторки интересные. Вот такие шторки. Они закрываются еще. Сами автоматическая система здесь такая. Вот. Вот такая система шторок. Вот вид на всю Аланию. Вот такой здесь диван. И вот. То есть кондиционеры фирмы Бека тоже. Пройдемтесь в другую часть квартиры. Вот наша дополнительная спальня. Такая спальня. Здесь также кондиционер Бека. Это у нас главный санузел в таком интерьере. Здесь также система комби. А здесь у нас стиральная машинка фирмы Бека А3+. И вот наша спальня, хозяйская, просторная. Так, здесь у нас тоже душевая кабинка. Вот.
Так, выйдем на террасу. Вот такая здесь огромнейшая терраса, дорогие зрители. Такой вид. Этот вид никогда не закроется. Вот наша крепость Алании, вот само Средиземное море. Обалденный вид. И вот так продолжительность этой террасы. Очень просторная терраса. Наверное, 55 квадратных метров, как минимум. Вот, дорогие зрители. Из инфраструктуры присутствует только бассейн. Небольшой, там 8-10 метров в длину. И открытая парковка сверху. Вот где у нас цветы. Вот с той стороны начинается. Давайте я поднимусь туда. И подытожу итог этой проекции. Вот здесь открытая парковка. Интересно, что тут красиво очень какую-то декорацию сделали. Вот так, дорогие. Бассейн в той стороне. Надышался. Вот у нас бассейн такой. И с видом на горы. Вот так. Дорогие зрители, хочу подвести итог о этом проекте. Проект был сдан в 2015 году. 6-7 лет уже, так скажем. Квартира 125 квадратных метров, терраса 55 квадратных метров, минимум, я уже убедился в этом. Вид у этой квартиры никогда не закроется, продается обставленная. Айдат у этого проекта 250 лир в месяц, присутствует бассейн, открытая парковка и все. Значит, цена этой квартиры 88 тысяч евро. Если вам понравилась эта квартира, этот ролик, ставьте лайки, делитесь информацией, подписывайтесь на наш канал. Если все еще не подписались, комментируйте, пишите и звоните по номеру, который указан в описании, по номеру снизу. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который называется «Ход Алания». С вами был Агаси из Солнечной Алании. Всем желаю радости, добра, здоровья, благополучия и побольше позитива. Всем пока-пока. Just see your face where